Современное пиво далеко по составу от своего предка. Производители заботятся о том, чтобы пиво выпускалось быстро, хранилось долго и хорошо смотрелось в бокале. Для этого природное сырье уже давно заменили на искусственные аналоги и химические добавки. Канал «Интересные факты» решил показать всем любителям этого напитка, чем грозит употребление пива каждый день. Любители пива рискуют стать обладателями бычьего сердца или синдрома капронового чулка. Из-за нагрузки на венозное русло у любителей пить пиво каждый день развиваются такие патологии. После пары кружек у мужчин в организме вырабатывается вещество, подавляющее тестостерон. Добавьте к этому фитоэстрогены из хмельного экстракта, и как результат – женственность. Женщины, позволяющие себе пить пиво каждый день, должны понимать, что все из-за тех же фитоэстрогенов они рискуют заболеть раком молочной железы. Пенный напиток стимулирует аппетит, а впоследствии – переедание. Это лишний жирок на бедрах и боках, а также пресловутое пивное брюшко. Если вы можете сказать о себе «пью много пива каждый день», будьте готовы к изжоге, гастриту, а потом и язве. В напитке содержится не только этиловый спирт, но и раздражающие вещества, смолы и красители, и даже канцерогены. Предпочитайте пить пиво каждый день, а на почки не жалуетесь? Что ж, вероятно, у вас все впереди. Этот напиток нарушает кислотно-щелочной баланс, заставляя почки работать на износ. Пить пиво для успокоения и расслабления каждый день означает укреплять в себе зависимость от этого напитка. Вскоре спокойствие и релакс будут доступны только в компании с пивной кружкой. Считается, что безопасное количество пенного напитка в день – 1 литр. Это равносильно 40 граммам этанола. Давайте разберемся, насколько это соответствует действительности. Несмотря на все дифирамбы и оды пиву, оно остается алкогольным напитком, а регулярное употребление спиртного неминуемо ведет к развитию алкоголизма. Если вы употребляете хмельной напиток ежедневно, не можете без него расслабиться или переключиться, получить полноценное удовольствие от общения или просмотра фильма, впору заподозрить у себя зависимость. С вами был канал «Интересные факты». Подписывайтесь, впереди еще много удивительного.